Последние месяцы в областном центре участились случаи исхода трамваев с рельс. Только в марте произошло 3 дорожно-транспортных происшествия с участием электрического транспорта. В чем же причина? В изношенности подвижного состава или самих рельс? В этом помогли разобраться сами сотрудники Ульяновск Электротранс. Сход в основном происходит у нас из-за путевого хозяйства. То есть трамвай никакого отношения в основном к сходам не имеет. Трамвай ремонтируют согласно регламенту. Значит, в этом году мы будем менять рельсы на улице Тимирязева, улице Верхней Полевой. На улице Верхней Полевой, например, трамвайные пути были заложены в 1973 году и с тех пор ни разу не ремонтировались. Чтобы избежать схода с рельс на участке, водителям приходится снижать скорость до минимума. К ремонту обещают приступить в конце апреля. Замена рельс ждет и за Свияжские перекрестки. Улицы Рябикова, Богдана Хмельницкого, Станкостроителей, Кузоватовская, Камышинская и Отрадная. За состоянием вагонов следят более тщательно. Ежедневно на линию выходят 109 трамваев. 25 из них переданы предприятию от правительства Москвы. Ни один подвижной состав не выходит в город без осмотра специальной бригадой. Также проводятся ТО-1 через каждую 1000 километров, ТО-2 углубленное обслуживание через каждые 7000 километров. Также производим кантовочные ремонты через 35 тысяч километров и текущий ремонт уже с полной разборкой вагона, электрооборудование через каждые 70 тысяч. По словам сотрудников предприятия, к ремонту уже почти все готово, в том числе рессошпальные решетки. Осталось дождаться хорошей погоды. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.